Вот она, красота. Так. Всем привет, с вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Несмотря на то, что уже выпал снег, уже довольно прохладно, сегодня мы будем делать шашлык. Сегодня его замаринуем, жарить-то будем завтра. Мариновать будем в квасе. Вот такой вот квас. Это настоящий квас, не какой-нибудь там бодяжный, который там подкрашенный карамелью или чем-то. Это квас живого брожения. Настоящий, короче, квас. Можно, конечно, самому сделать квас, но это муторно, я не стал это делать, купил. Вот. 85 рублей он стоит, этот квас. Настоящий квас, да. Мясо сегодня окорок, 1,5 килограмма. Я немного обрезал здесь. Лучше бы, конечно, если бы это была бы шея, шейная часть. Но я посмотрел, вроде неплохое мясо, нормальное такое, взял его. Лук в этот раз я порезал мелко, порубил в мелкую крошку. Была такая мысль вообще взять блендер и в блендере его измельчить. Но на дачу я не хотел этот блендер вести, что-то, думаю, так порублю. И порубил тут. Даже не знаю, сколько тут, 0,5 килограмма, наверное, лука. Еще добавлю столовую ложку горчицы. Вот такая горчица. Потому что я уже много раз, как вы знаете, шашлыки-то делаю. И горчица все-таки она размягчает мясо. Способствует размягчению, как я такой вывод вот сделал. И перец обычный, молотый. Хотел этого горошком купить, да что-то пока тут искал, торопился. Думаю, фиг с ним, купил этого молотого перца. Ну и соль, соль, обычная соль. Сначала я добавлю перец. Так, не особо много. Так. Думаю, достаточно. Не стоит перебарщивать. Надо все это перемешать. Руки мерзнут вообще. Потому что практически нулевая, не нулевая, а минусовая температура. Так, горчицы. Столовую ложку. Закрыта она еще, как зубная паста практически. И открывается. Ладно. Так, сейчас откроем. Ох, чуть не упала. И лук. Ух. Все перемешиваем, мнем. Запах уже очень даже хороший, такой горчично-мясной. Соли я добавлю, как всегда, немного. Столовую ложку. Что-то большеватый кусочек. А завтра уже доведем до готовности. Добавим сколько надо. Перед жаркой я всегда тестовый кусок жарю. Как вы знаете, если смотрите наши выпуски про шашлыки. И перемешиваем все. Открываю квас. Что-то газа там мало в этом квасе оказалось. Квасом пахнет. Тут 1 литр. Да. Я думаю, достаточно будет 0,5 литра этого кваса. Еще чуть-чуть добавлю. Вот. Вот столько хватит. Попробовать хоть что за квас.
Настоящий хлебный квас. В точности такой же, как я летом делаю. Есть даже видео такое на канале. Пускай, значит, мясо маринуется до завтрашнего утра. И с утречка начнем его жарить. Вот и наступило сегодня. Да. 9 градусов мороза на улице. Мясо замариновалось. Я еще, значит, добавил где-то ложечку соли. Потому что вчера вечерком вот этот маринад решил все-таки попробовать чуть-чуть. Так, на вкус, как он, соленый, нет, и добавил. Значит. Ну что, Дюк, мяса-то нам хватит поесть? Че ты весь дрожишь? Надеюсь, хватит. Так, угли вроде нормальные. Так, 4 шампура. Руки хоть погреть. Руки замерзли. Дюк, ты что там лук ешь? Вон, лук ест. Остатки лука. Во, какой вкусный маринад мы все-таки сделали. Даже Дюк, он лук ест. Видимо, замечательный маринад получился. Вот она, красота. Так. Перекипелим. Сейчас быстро остынут они, шашлыки, пока не остыли, возьму кусочек и попробую. Такой вот кусочек. Да ничего, они суховатые. Не сказать, что они очень мягкие, потому что это все-таки из окорока сделано, не из шеи. Но маринад неплохой. Еще один кусочек. Сюда поставить, на дерево. На морозе самое то, такие блюда есть. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, и дальше будет интересней. Под столом. Дюха, Дюша.